محمد محمد الصلاة والسلام. Наш путь — это сохбет, и в собрании заключено благо. Хвала Аллаху! Годовщина со дня физической смерти Мауляны шейха Назима прошла хорошо, по милости Аллаха. Прошло 10 лет с тех пор, и начался 11-й год. Духовно Мауляна шейх Назим всегда с нами, шукр Аллаху. Его духовное присутствие сильнее сейчас для тех, кто с нами, шукр Аллаху. Так будет продолжаться всегда, с позволения Аллаха. Аллах позволяет людям быть с теми, кого они любят. В наше время люди говорят, этот человек будет жить вечно, или тот человек будет жить вечно. Это глупость. Вечной будет только следующая жизнь, которая нравится Аллаху. Она и будет вечной. В этой жизни были люди, которые жили 1000 или 2000 лет, однако их больше здесь нет. Они ушли в ахират. Они перешли в реальную жизнь, в ахират. Те, кто на пути Аллаха, уже преуспел, а те, кто сошел с этого пути, находятся в убытке. До нас были фараон и Немрод, были разные люди, хорошие и плохие. Хорошие люди находятся в выигрыше. Люди, которые следуют за ними, тоже в выигрыше. Те, кто следует путем Аллаха, это умные и думающие люди, а те, кто оставляют этот путь, беспечны и недалекого ума. Кто бы это ни был, будь то ученый или образованный человек, если он не на пути Аллаха, у него нет никакого пути. Те, кто следует за ними, обретут вечное разочарование. Да защитит нас Аллах. Пусть с нами всегда будет химма, поддержка наших шейхов. Шукр Аллаху, несомненно, что они являются средством руководства с позволения Аллаха. Люди приехали со всего мира на маулид Мауляны шейха Назима. Они взяли из его бараки с позволения Аллаха. Да пребудет его барака с нами навечно, и да будет руководство для людей, потому что его путь прекрасен. Это путь милосердия. Мауляна шейх Назим относился к людям с милосердием и хотел, чтобы все встали на этот путь. Это наша дуа. Да будет дано руководство людям, иншаллах. Пусть те, кто еще не на этом на пути, встанут на верный путь, иншаллах.